Так, ну что же, мы начинаем сегодняшнюю нашу трансляцию. Начинаем с матча Place to Place RU против команды 5 жизней. Так, сделаем вот так вот звучок вам, чтобы был. Видимо, тут уже начался пистолетный раунд. Place to Place поджали middle, зажали соперников на базе. Ну и вот красавчик делает два минуса выходящих по коврам игроков команды 5 жизней. Давайте смотреть, остается... Миг и Миф против троих. Ну и вот уже никого не остается. Place to Place берут первый раунд. И это неплохое начало для команды Овердрайва. Так, записываем им счет. Нажимаем этот. И давайте смотреть. Вот опять начинается. Убивает там двоих игроков в мидле, Хали убивает третьего. Боровичок, он же Дося, или, да, он же Дося, по-моему, убивает последнего игрока команды 5 жизней. Так, делаем так, убиваем вот так и вот так. Так, тут у нас намечается аркада боя. Игрока с ником нейтральный. Он убивает пятерых в этом раунде. Это был эко-раунд, эко-раунд с гранатами. Ну, ничего не получилось у команды 5 жизней. Так, делаем кейсик чуть-чуть тише. Ну, видимо, с вами у нас плейс очень фривольно, поджимают мидл, Хали убивает микро в десятке, красавчик где-то собирает, где же красавчик, ну, видимо, овер вообще прыгает по ложному, вся команда 5 лайфс уже просто красная, короче, какой-то беспредел происходит, вот опять нам выдали такую игру, ну, играет как минимум одна топовая команда, ну и противостоит им такой себе аматор. Остается один орех. Против четверых оставался. Убил он овердрайва хедшотом. Забрал бомбу. Ну и теперь ситуация у него не из простых. Так, что же он придумает? Ну, вот, придумал выйти из десятки. Десятку контроля у нейтральной СВП. И делает он минус. И тем самым берет четвертый раунд для команды Place to Place. Кто-то мне подсказывает, что борьбы мы тут с вами не увидим. Так, так, так. Ну опять какой-то выпад. А вот хаешечки у нас полетели на глаз, ничего никто у нас не взорвал, но зато команда плей-то-плей посадила двоих игроков. Эти жизни. Гранаты взорвала их, ну и забрал кофе уже красавчик. Остается он на один на троих, но нейтральный опять лишь делает последний решающий минус в этом раунде. И берет пятый раунд для своей команды. Да, вот такая вот у нас пока игра получается. Ну вот, имея уже опыт комментировать Asus, скажу вам так, тут до стадии топ-32, наверное, мы с вами интересных матчей практически не увидим. Но только если кому-то не повезет в сердце. Так, есть закупка 5 жизней. Видим, Хали поджимал ложный. Его наказал Миф с КМ. Ну вот. Продолжают агрессивно играть игроки команды Place to Place. Вот нейтральный забирает, четко знал он, где находится игрок. И вот теперь, я думаю, опять пойдет поджимать. Бровичок убивает Микс на банане. Овер убивает ореха. Тут уже полностью поджали банан, заняли вышку, ну и остается фейсвес в коврах и Регги уже один против троих на ложном без бомбы. Ну, большие у него проблемы. Забирает он красавчика. Так, а где же бомба? Давайте глянем на карте вообще, что у нас происходит. Бомба у нас лежит под фонарем. Ну и теперь давайте смотреть, как же будет эту ситуацию.
ситуацию разруливать. Ну вот так вот, таким вот образом. Спалилось АВП у защиты. Но это не помешало ему выйти второй раз на даблдаке и убить Реки. 6-0 в пользу команды Place2Place, пока без всяких интрижек. Так, давайте выберемся, кем мы будем смотреть. Тут уже видим Хали стоит АФК. Нейтральный выпрыгивает у нас с АВП, пытался отстрелить он десятку. Настреливает тысячу, попадает. Потратил все гранаты, непонятно зачем. Ну, якобы приостановил аркаду, которой и вовсе не было. Ну вот, 5 жизней решили поиграть в такой плавный КС. Никуда они не спешат, ждут поджимы. Ну вот, красавчик идет поджимать. Красавчик, красавчик, где ты? Где же ты, красавчик? Красавчик. Нарвался на контролирующего фейслеса и получил. Боровичок убивает в коврах Рейки, простреливает еще куда-то в ковры, не попадает. Но... А Хали продолжает стоять у нас АФК, то есть втроем сейчас защищаются игроки команды Place2Play. Вот смотрим, овер один на банане, Боровичок нейтральный. Боровичок делает очередной минус в коврах. Ну, пропрыгивает у нас КЛТВ, и вот, вот так вот заканчивается у нас этот раунд. Нейтральный убивает с АВП, после чего делает отличный хедшот с дигла. Напомню, следующий матч у нас будет команды Kerchnet против команды ПГ, после чего победитель этой пары будет играть с командой ЕЛТЗ. А вот тут вот будет тот матч, о котором я говорил, что кому-то уже не повезло. ЕЛТЗ в прошлом... Asus стринги были у нас. Они дошли до финала, по-моему, почти. Не до финала, а до финальной части турнира. И проиграли там, не помню кому. В групповой стадии они не прошли. Боролись неуверенно. Ну и вот уже нарвались в сингли на Kerchnet. Ну, скорее всего, это будет Kerchnet, потому что ПГ я не знаю, что за состав. Так, Рэки, вот смотрите, проходят тут 5 игроки команды. 5 жизней, находят слово. Фазума красавчика не попадает. Убивает его в бок. Забирает еще Боровичка на пленте. Остается один овердрайв с АВП против двоих. Ну вот, наконец-то есть первый шанс для взятия раунда команды 5 жизней. Ну посмотрим, воспользуются они им или нет. Так, Оля попадает с АВП. Миф его законтролил и берет... Первый раунд для своей команды. Миф сделал в этом раунде, по-моему, минус 3. Да, это были 3 последних минуса. Ну, неплохо. Хоть не в сухую. У нас вообще с этим Сасусом, короче, такие запары. Этот DDoS атаки Team Q.ru. Вообще, да. Вот, есть первый минус от нейтрального. Простреливает еще одного игрока. В ногу, Реки остается красным, ну и продолжает заходить на Б или нет. Все же остановились ребята, ну а за это время вся команда Place2Place тянулась на базу Б. Уже как минимум трое принимают, Хали вот сейчас должен заходить и пытаться отстрелить, да, Хали делает кольца. Ну вот не знаю, почему до сих пор на банане находятся игроки 5 жизней, 5 жизней. Вот, Хали по флешку выходит, забирает двоих. В сумме уже он забрал троих, и остается один миф, красный против почти всей команды Place2Place. Делает 2 очередных, вот неплохо, кстати, разобрался с 2 игроками команды P2P. И вот красный остается против красавчика, у которого 100 хп и АВП, и Хали, который уже сделал минус 3 в этом раунде, но остался красным при этом. Так, подобрал он бомбу, ну и Хали делает 4-й минус в этом раунде и не дает сделать дабл раунд для команды 5 жизней. Дабл раунд — это в смысле 2 раунда подряд. Но был у них шанс, небольшой, правда, но был. Так, это похоже на какую-то аркаду, сейчас надо смотреть за Боровичком.
да, Боровичок открывает, здесь пошлось. Ой-ой-ой, как это же эйс, ребята. Боровичок делает отличный минус 5. Под гранаты он заходил на банан. Агрессивно пробежался. Это, хочу вам сказать, не просто Боровичок, это Дося. Дося, он такой себе вот, шутер. Стрелял он всех игроков команды 5 жизней и просто разобрался с ними без шансов на банане. Так, видим, здесь байл команды. Вот овер уже поджимает на вожном. Двоих игроков команды 5 жизней, разбирается с ними, ну и остается миф, и, который убивает овера. Что-то интересно, красавчик моментально меняет мифа. Ну и остается Рейки, у которого бомбы против троих. Ну и давайте смотреть, что же он придумает. Ну вот неплохо придумал, убил он нейтрально, слышал, подходил к нему в десятку, но вот Боровичок под прошивы гранату забирает Рейки и берет 10-й раунд для команды P2P. Звучит как не тупи. P2P. Ну вот, пока тупят игроки команды 5Live, пропускают всякие такие вот поджимы. Не знаю, вот как можно в 2012 году не законтролить поджим. Это просто что-то новое. Так, видим, овер с ВП пытался отстрелить десятку. Ну и теперь пошел отстреливать вожный. Вот так вот топотом бегает овер, не боится, потому что чувствует преимущество над соперниками. Ну и дает себе право на ошибку. Хави тем временем делает минус фейслесс. Его меняют Рэки. Так, вот тут была у нас перестрелка на главке. Как же все плохо для команды 5 жизней. Нейтральный делает очередной минус USP, добивает он Мика, который пытался подобрать девайс. Ничего у него не получилось, остается Миф и Рейки. Опять вот они вдвоем, это какая-то сладкая парочка. Любят они затягивать или не умирать, или просто они убивают своих. Так, давайте глянем, что у нас по статистике. Боровичок, это же Дося, у него 16 фрагов, точнее 15, у нейтрального 16. Ну неплохо. Рейки делает минус, остается он уже один против двоих, ну и вот у него так написано, Рейки X2. Не хватило его на X2, Боровичок забирает его, и счет становится у нас 11-1. Да, вот первый матч, уже говорил я об этом, у нас не совсем интересные, но с этим ничего не поделаешь. Это сингл. Если учесть, что на Асусе участвует 486 команд, то коэффициент сильных команд, ну, вообще, должен быть очень-очень небольшим. Так, смотрите, как овер агрессивно играет. Банане просто пишут поджим, тем временем уже его тиммейты просто орудуют у террористов в доме, там, где-то еще. Вот так вот, не ожидал увидеть овера, ну, и влетел к нему на распрыжки, овер не промахнулся, но после чего орех законтролил его. Тося тем временем забирает ореха, который был под коврами. Ну и остается опять все тот же Рейки против троих. Ну и давайте посмотрим, что он придумает на этот раз. Ну ничего интересного не придумал. Пришел он к красавчику на ВП. Красавчик оказался на самом деле красавчиком. Собрал он бесшансового и все ближе и ближе этот матч к развязке. Счет у нас 12-1. Шансов практически никаких. Так, ну и стоит опять тут ждать какого-то поджима. Вот видит нейтральный, что игроки забегают на банан. Ну и давайте смотреть за Хали. Есть минус от Хали, делает он минус Мик. Овер тем временем убивает двоих где-то на главке. Вот Хали знает, что овер-то уже поджал в спину. Да, вообще не дают вздохнуть команде 5 жизней. Просто поджимает их и ничего с этим не могут поделать. Наши аматоры, так мы их будем называть, потому что реально по скиллу видно, что ребята не тянут на второй уровень вообще. Так, это похоже на какую-то аркаду ковры, давайте смотреть, что происходит. Нет, все закончилось очень быстро. Добежали до ковров, восстановились, тем временем уже сразу было два минуса.
красавчик, позволяет просто вот так вот выйти, стрельную трасс, уйти, выйти стрельную 2, уйти. Ну, короче, все печально у нас. Так, счет у нас 14-1 первой половины. И команде поезд-то-поезд достаточно взять пистолетный раунд. Чего, я думаю, они уже победу не отпустят. Давайте посмотрим за красавчиком. У него первый респаун USP. Что он придумает? Сейчас мы с вами все увидим. Отличная флешка от красавчика. Попадает на нее, она падает за плюсом, никого не флешит. Продолжается. Ну, красавчик, походу, слепой. Да, орех законтролил красавчика. Ну и тут его должны уже зажать. Нейтрально убивает ореха, ну и заход на Б будет продолжаться. Или нет? Или нет? Давайте глянем. Да, под Б есть скопление игроков команды Voice to Voice. Ну и Рекки уже получил хедшот. Миф делает 2 минуса с USP, отлично. Есть очередной минус команды. 5 жизней, ну Миф сделал в этом раунде минус 4, но всего на его на счету 2 фрага, потому что убил он своего тиммейта. Так, вот так вот, нежданно-негаданно, 5 жизней берут пистолеточку. Так, состав Place to Place, ребята, я, по-моему, могу его озвучить. Это Overdrive, Боровичок, это Дося, Хали, это Хали. Красавчик, не знаю, кто именно, по идее, сейчас мы это посмотрим. А, нет, это надо было смотреть раньше. Короче, кто-то есть ромушки, и кто-то есть, по-моему, у них какой-то стендинг, если вы знаете значение этого слова. Это замена, по-моему. Да, вот есть инфа, красавчик, это ромушки. Так, тем временем закупились у нас игроки команды Play2Play, заходят они на главку. Ну и тут их плотно встречают игроки команды 5 жизней, так плотно, что даже никого не убивают. Вот так вот Рекки и Миф остаются у нас вдвоем против пятерых. Ну и попытаются затащить они этот раунд. Так, если звуки перекрывают комментатора, сделаем чуть-чуть потише. Если так, нормально, отпишитесь. Ну вот, красавчик режет Рекки и тем самым делает эту победу вдвойне разгромной. Миф забирает ромушки, Хали убивает Мифа в пузо с дигла, ну и есть ничья у команды Place to Play. Так, ну вот видим с вами Place to Play идут просто в какую-то рандомную аркадку. Будет давить у нас банан. Вот так вот нейтрально красиво зажимал с АКМа. Не попал, есть уже 2 минуса от команды 5 жизней, Хали меняет Мика. Ну и продолжается у нас какой-то заход на Б, при этом Хали один находится в доме. Так, давайте глянем, Боровичок убивает на банане Мифа, не на банане, а на Б-планте. Ну и тут остается еще Орех, который отдается непонятно зачем. Ну и по-прежнему Рекки, он у нас просто человек-легенда. Он остается во всех раундах 1 в 1, 1 в 2. Он просто не хочет умирать. Так, Рекки забирает Хали. Бомба, по идее... А, бомба-то лежит на главке. Вот так вот Рекки все делает правильно. Фейсвуз занял вот такую вот интересную позицию. Тем самым оставил Рекли одного. Ну вот, красавчик убивает Рекки, забирает бомбу. Ну и вот теперь Фейсвузу надо что-то думать. Потому что раунд последний. Сейвить нету смысла. Ну и будут заходить на апленд. 26 секунд до конца. Красавчик сейчас должен попытаться поставить бомбу. Да, ставит он плент, ну и должен сейчас его убить. Фейсвес. Ну же. Есть. Делает минус Фейсвес. Но Боровичок, он же Дося, законтролил Фейсвеса. И берет 16 раунд для своей команды. И Place2Place проходит дальше. Так, ну что же, мы с вами отправляемся на рекламную паузу. Ну и увидимся с вами в матче Kerchnet против команды ПГ. Она начнется в 8 часов по Киеву.